Бля! Твою мать, куда мы попали? Ах, как больно! Чё-то док там не то вбил. Твою мать, надо осмотреться. Как все болит. Джейк, Джейк, ты в порядке? У меня GPS-навигатор отказал. Да, я в порядке. У меня то же самое. Не знаю, наверное, скорее всего, телепортация как-то на это повлияла. Бля, док, какие-то левые координаты вбил. Куда мы вообще попали-то, а? У нас не было времени. Он сказал то, что разделит нас на две группы. Если кто-нибудь прыгнет за нами в портал, то хоть кто-то выживет. Ах, твою мать. Бля, и что нам дальше-то делать, а? Предлагаю просто тупо пройти вперед и посмотреть, что у нас дальше там. Других вариантов я просто не вижу. Блин, надеюсь, хотя бы той группе повезло. В отличие от нас. Фуф, ладно. В общем, ребята, выдвигаемся. Док? Док, ты чё вбил? Док, мы где? Так, дай по порядку. Когда мы отбивались от этих ребят, я же тебе сказал, чтобы ты под конец вбил координаты какого-нибудь знакомого места. Ты чё вообще вбил? У меня не было выбора, я просто тупо вбил случайные координаты. Если бы я это не сделал, мы бы вообще здесь не стояли. Твою мать, и куда же мы попали? Блин. А, смотри, смотри, ты видишь это? Это что за тварь? Ёб твою ма... Я не вижу конца. Куда мы вообще идем-то? Честно говоря, я не знаю. Кажется мне... Джейк, смотри! Неужели что-то нашли? Давайте рассмотрим. А, странно это все. Очень странно. Ни следов ни от пуль, ни обломков, ничего. Такое ощущение, как будто он просто тупо вмерз в лед. Хрень какая-то. Да, босс? Так, я там порвался и нашел бинокль. В общем, если мы будем идти дальше и ничего не найдем, то мы просто подохнем от холода. Посмотрите назад. Хорошие новости, ребята. Я вас привел куда-то. Пойдемте, пойдемте быстрее. Черт возьми, они уже здесь. Чертовы урода, да кто они такие? Да, придется прорваться с боем. Блин. Сектор чист, контакта с цели нет. Кажется, у нас есть шанс попасть домой, ребята. И причем очень удачный. Ладно. В общем, я попробую зайти через эту брешь в охранной системе. Вырежу одного, а потом поперечные другие. Ну что ж, выдвигаемся. Если что, прикроем. А, черт возьми, вас там еще и двое. И как же мне вас вырезать-то потихоньку, а? Блин. Развлечемся.
Сука! Какой же ты тяжелый, тварь! Ладно, сойдет. Ну и сколько вас здесь? Так. Отлично. Четверо. Блин. Надо придумать какой-то план. А что если попробовать по-тихому их всех завалить? Не вариант. Твою мать, вроде не заметили. Фух. Отлично. Ё-моё, а это что такое? Похоже на их штаб. Здесь что-то даже можно нажать. Ну ладно, была не была. Попробуем. Посмотрим, что из этого выйдет. Ёб твою мать! Черт возьми, что я натворил-то, а? Что за... Ай, черт, что мне теперь делать-то, а? Джейк? Джейк, это ты? Майкл? Майкл, блин! Как я рад тебя слышать, черт! Фу. Ё-моё, я думал, ты сдох. Еще бы чуть-чуть и прям так же было бы. Но как ты взломал эту суперсекретную систему? Наши хакеры пытались сломать ее 10 часов подряд, но ничего не получилось. Что? Ты про какую систему, я не понял. Ну ладно, неважно. Майкл, помоги мне! А? Что это? Это что? На той базе, где находится Джейк? А? Его, походу, заметили. Черт, черт! Прикрывай меня! Прикрывай или помогай! Помогай! Козлы вонючие, умрите, умрите! Справа, справа. Держись, за тобой выехали. Джейк, ты там живой? Джейк, Джейк. Это МК-18. Мы прибыли на место. Перед нами куча пехоты и два транспортных средства. Жду ваших указаний. База? Атакуйте их, только по Джейку не попадите. Вас понял. Открыть огонь. Вон! Вы не достанете меня! А это что? Что за черт? Дерьмо. А, черт, надо включить эту чертову ЗРК. Черт, отключи. Ага, сейчас, размечтался. Умри, негодяй, умри, умри! Оу, надо перезарядиться. Ракета пошла! Попадание, отличная работа, блин! Так, а это кто такой? Кажется, пора валить. Джейк, давай сюда, у нас подкрепление. Бегу, бегу. Ребята, прикрывайте меня, прикрывайте.
Фу, как я вам рад, ребята, если бы не вы, это место стало бы нашей могилой. Да-да-да, я тоже рад, там тебя Майкл обыскался, капец. Все, уходим, вертолет прямо за горой. Назад, ребята. Фу, спасители. Залезай, бля. Чёртов автомат. За что? Вертолет, быстро! Отлично, отлично, наконец-то! Умрите, умрите! Чёрт, да как вы надоели уже все, а? Наконец-то уходим. Ну, зато если бы нас было бы шестеро, мы бы все не улетели. Так что, ничего, то, что они умерли, да? Да, ты умеешь бодрить, да. Уничтожьте их, сотрите в порошок. Вас понял. Вы еще заплатите за это. Заплатите.